Ну давай. Подождите, не ожидайте. Что там, Слава, командуй Агрим, мне. Убивайте моба. Агри, почему мы стоять пришли сюда, быстрее убивать. Этот босс будет, надо будет убегать от него. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Стой! Берегитесь, вам что-то приближается! Еще быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование! Я оружие крачим этого дурака. Убирай и пересаживайся. Сбили каст. Электрошок, оксадная машина. Вы чё, в огне стоите там, блядь? Блядь, три машины в огне, что ли, стоите или чё? Да нет, он что-то просто бьет. Так он бьет, конечно, блядь, нельзя так рядом с ним стоять. Убил одного, заебись. Давай, сбивай каст, блядь. Вот. Уезжай от него. Не крутитесь так, осадки рядом. Чё вы делаете, блядь? Добивайте этого дурака. Мы пришли сюда быстро пройти, чтобы 5 РС-ок еще убить, блядь. Давайте, не ФКшите, хуйню не делайте. Быструю разборку сейчас сделаю. Все. Че, я хилом, дашкой? Да я не знаю, кто там, кто на осколке там. Я просто холд хилят. Крисси. Так, бегите к роботу. Бля, чё? А ты думаешь, тактика такая? Да тут никакой тактики, сразу бить бы. Ресните мага. Какое ИВК, если РСки можно собрать? Если будет онлайн на РСке, зачем ИВК собирать? Поехали быстро к роботу. Едем к роботу, короче. Я танчу в танке еще, короче. Давай, кто там протопал? Макгрегор в танка, на треше будешь. Ну и все, и поехали к боссу. В хилах, короче, черный лимон. Так, я не знаю, ну васабик, нет, васабик давай ДД. Овер, банановая, нет, банановая. Блять, давай варенька в хила. Или нет? Блять. Как сделать лучше, три хила Аршама или как? Ты обычный режим, то здесь в два можно. Да потом этих двух боссов убьем, это на сколько еще пойдут. Надо же быстренько сделать плюс ноль. Короче, сейчас сердце бьем там до 20% и стопаем, по-моему, 30. Чек на пул. А чё, Пеппер не вредит? Ешьте рыбу быстрее, 10 секунд.
хорошим маном. Там ну какой... или 10 минут по сабику. Какой-то паладин там, который бафает кулаки кресты, бафнет кулаки. Чек на пол. Поехали. Сердце до 20 бьет. Короче, ни каски, ни кулака на шаманах. Ну давай тогда назначим. Три себе всем каск, три кулаки, кресты все. Ветре, выбеги. Так, сейчас появится сердце, надо будет его побить и стопнуть. Ветре опять выбегает. До 30% бьем сердце, до 30. Макгрегор трешь, смотри, сейчас пойдет. Вон большие мобы. Все, стопнули по сердцу. Стопнули по сердцу, все бьем трэш. Бьем сильнее, трэша уешь и убиваем весь трэш. Убивайте трэш. Бумботам нельзя в рейд доходить, они взрывают. Убейте вот этих дураков, техника вот этого босса. Также сейчас сердце переключились, до 30% бьем. Вот, и месяц заодно уешьте. Бейте сердце, блядь. Квадрат. Алло, вы бить его будете, нет? Квадрат, бейте сильнее. Вон сколько трэша. Макгрегор, давай войско. Бейте месяц. Грегор, давай войск. А уешьте эту всю шелухонь. Сердце сейчас до 10% бьем сильно. Вот сейчас сердце. До 10% бьем. Квадрат, кто не видит. Выбрали сердце, бейте. Такое ощущение, как будто два человека бьют. Падали еще три человека, блядь. Сердце сильнее, пока он трэш пусть собирает. Все, добивайте босса, забейте на трэш. Бис на сову там на эрдру. На кота бисовый пол.
можно на транс? Тотем кому-то. Ты там хуй собираешь на ДФБ. Ой, блядь, на посланник. Бисланд баф. Бисланд баф, да. Пошли, там надо будет моба сейчас одного убить. Точечно. Череп поставил. Я тогда тоже встану. Ну да. Треугольником то же самое. Блять, через стенку херать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да. Да. Все квадрат бьет. После квадрата треугольник. Треугольник выбрали. Давайте треугольник добили, бейте мелко. Встань под босс, кто там. Вернем их в одну сторону.
лес идти все. Главное, ЦЛК 2,5 и льда 5000. Не надо приходить, да? Так, если бояться, можно вообще никуда не ходить. Так не сложно, потому что у нас дикий эвергир. По 4 КГС тут сложно. Три себе в хули пала. Хотя хер знает, что лучше будет. Третий ршам или хули пала два ршама. Блять, это конечно не рейд, блять. Че, будем так бить или АФК пойдем на полчасика? Почему? Не получится, убьем. Пайпер не получится. Не рейдит. Он же давайте стоит. Попробуем так этот побить, короче. Первого бьем звезду. Лапу. Дайте лапу. Первый бьем звезду. Второго квадрат. Потом большого. Так а что с Пайпером, кстати? Да он и ВК ходил, ДФБ. Напомните, какие уже заходить, а с каких выходить. В синие заходить, вот как сейчас под боссом, есть вот такие заходить. Зеленая большая метка, из нее надо выбегать. Она появится после того, как маленького убьем. Ну все, сейчас маленькому косты сбивать, все маленького бьем звезду. Вот. Давай, Макгрегор, будешь на звезде, я на двоих. Потом среднего с меня заберешь. Чек на пул. Так, поехали, Макгрегор, бери звезду. Поехали. Я буду спокоен лишь когда окончательно истреблю вас. У меня, смотрите, дисплей. Кого мы бьем? Бьем маленького. Так. Вон в дырку синюю заходить. Там дамаг повышает.
кем заходить? Да, не знаю, тут у нас три сейры, три, два паладина, может паладина. Кем надо, где мы зайдем? Без разницы. Сова, заходи, шипешка. Играйте квадрат. Бейте квадрат, все. Вставайте в синий мет. Когда скажу, раньше словите, чтобы не умереть в зеленой метке. Дети сильнее этого дурака. Щит рунический, маги воруйте. Разбегайтесь. Во-во-во. Нормально. Все, заебись. Так, добьем. Кого поднять? Так, Фейвер встал. Будет демон, наверное. Ну давай, Норикс, если поднимай, подамажит. Расшифруйте вот это! Захильте его сразу, что вы смотрите? Убивайте этого дурака. Сейчас надо будет бить этого босса последнего. Расшифруйте следие, буй! Не умрёшь! Давайте, Геру. Так, когда скажу, Макгрегор заберет. Ебать ты. Чё такое? Бейте этого дурака. Ничего себе у меня дом. И открыли архив. Так, пошли. Молодцы, ребятки. Пошли дальше. Я не могу это использовать. Так, что там, жмук зашел на кого-то? Дел по полоску там идет. Кэшин зашел, он должен зайти кем-то. Ну уже не 5000, блядь. Пронесли уже, блядь. Час целый проносим тут, блядь. Перед 950. Этот жмук в РК. Угу. Я тебе РЛ даю. Релогнусь пока.
Тут, короче, вон 4 слота не хватает, не знаю, что-то никто не плюсует больше. Да, на покупки доберем, больше. Ты к ничем. Мы на этом, на Калагарде. Сейчас, к рукастому, да? Только не подходите близко к нему. Близко не подходите, только вот сова сидит, дальше не заходите, а то, блядь, Сагрим умрем опять, без смертей не сделаем. Это цена, да, конечно, надо этого босса, если без смертей делать. Ну, можно хули приста, кстати. У бани у тебя есть ДЦ? Нет, ну, ну, кем-то другим зайти. По холику дух повешать тоже спасет от смерти. Лучше, чем дух, чем зубы. Спекаться? Ну, в принципе, да. Ну, опять ШП не будет. Сова есть. Хотя сова есть, да, сова есть. Ну, спекайся, давай. Попробуем посмотреть, сделать. Смотрите, я всех танков в четвертую группу кинул. Поклонский будешь первый начинать. Танчишь до дебафа, но тебе, скорее всего, защитник сработает ревностный. Потом Славик заберешь ты. Вообще все танки, смотрите, чтобы в идеале этого босса оттанчить. Он появится, вы тыкните, запомни цель и куда-нибудь на панельку на себе вынесите, чтобы так проще было ориентироваться по таргетам. То есть только какой-то из танков получил дебаф, сразу следующий забирает. Секундочки 2-3 ждите. Также вы танки друг с друга забираете, если у одного из танков лоу хп. Ну там 15-10%. Видите, мало хоп, сразу забрали. Короче, смотрите, Поклонский первый танчишь, Славик второй, Макгрегор третий. Все, так, Поклонский там. Танчишь, пока на тебя ревностно не сработает, дальше Славик заберешь. Шамана присуманим. Очень, кстати, удобная штука, вот этот рейд открываешь вкладочку, вытягиваешь танка, например. Да, да, да. Это вы в моих мувиках увидели, блядь. Нет, это я сам выдумал. Мое изобретение, да. Шаман, суманься, сейчас тебя забафаем, мы будем начинать. Кстати, если шаман не нужен, ну, я могу на РТД кого-то зайти. Я, в принципе, плечи себе выбил сейчас с советом, и больше здесь ничего не надо на шаман. Ну потом, сейчас уже можно убить, потом уже там йог там на ШП, скорее всего, профитно будет. Угу. ШП сова, наверное. Давай, нахи будь. Только, ребят, смотрите, сейчас вы стоите все в квадратике, амили, естественно, под босса, и играете сразу в руку, босса не трогаете. Так, руку сливаем по надписи правая рука, крестик вам поставлю. Все, а левую руку не трогаем. Вообще, ну все как обычно. Давайте чекаю, помчимся. Подожди, по бафам чего не хватает. Танки на исходку, давай Поклонска подходи к синему квадратику. Сейчас все вместе побежим, одним целым. Давайте подходите, подходите, не стойте там. Все побежали, Поклонска, начинай. Бьем руку с лева. Смотрите, сейчас на Поклонском ревностно сработает. Все, Славик, забирай. Столько руку. Руку, потом босса. Сейчас РДДшки, дайте массу туда. Забираю. Лева, Макгрегор, давай забирай. Долейте, залейте как-то. Пончики. Босс. Даже у него пока есть, я сейчас незабираюсь, да? А, да? Ну давай. Давай незабираюсь. Сейчас второй на тебе будет. Отдал? Ага. Вот. Забирай Поклон. Забираю Поклонский. Появится. Сейчас ОК появится. Надо будет у него сыграть. Максимально быстро. У него уже БЗ. 5
10 секунд. Дать в руку. О, стак. Забрал. Руку, руку, руку. Давайте рост, давайте рост. Ребята, рост быстрее. И в руку играйте. Кто-то что-то вой, да хильте хорошо. Во, хильте. Забирай. Макгрегор, Макгрегор. Макгрегора хильте. Все точечно Макгрегора. Капля, может, у кого-то есть. Поклонский. Блядь, у кого-то капля на Макгрегора дай. У него дефов нет. Успели. Да. Не успели мага. Убило. В хватке? В руке. Сейчас меня, наверное, убьет. Поклонский забираю, у него стак. Блять, хватки мага убило. Надо было руку сливать, да, правую? Не хватает людей. Все четко было. Снимайте, босс. Кстати, иногда он выкидывает, когда там ему нанесешь, вот сколько там, 200 или 300 к, иногда вот ни хрена не выкидывает. Бьешь там до конца. Когда поглощение идет, она выкидывает. Когда багается, не выкидывается. Что за поглощение? Сколок не рольте только, трещает идут, Саня? Скажитесь, это сколка. Сколок. Позовитесь. Поставь мастер вот здесь. Тут, короче, вот эти плечики топовые. Слышите? Встаньте куда-то вон в уголок, блядь. Потому что там моб сейчас, босс сейчас может прийти, надо будет трэш поднять как бы сюда. Макгрегор, ты тут? Да. Пошли, ты в танке? Пошли, притянешь дальнего или ближнего кого-то. Только сюда надо поднять. Как сейчас осколок отдать? Трищи, что надо сделать? На мне этот распределитель для снести. Да, вот так. Ну, так он его должен заработать. Он сам должен сейчас. Отдаться. Отдаться, да. Ну если кто-то ролил, то можно будет его херачить. Отлично. Знаешь, так, смотрите, сейчас время отымить не будем, на этом боссе варенька кидай антифир на войда, слава, танчишь босса. Сейчас покажу, где два танка будет, попробуем этого босса до смертей. Смотрите, весь рейд будет стоять вот тут, вот в метке. Ну все как обычно делаем, как всегда без смерти на этом боссе. Кто помнит, вспоминайте эту тактику, мы тут все стоим в метке. Славик, ты сюда босса ведешь, вот примерно сюда, и поворачиваешь на нас. Вот тут босс стоит, ты поворачиваешь на нас, мы тут метки в лестнице. Все, два танка сюда вниз идите, Макгрегор, смотри, ты танчишь тут, чтобы кошки были спиной, ой, чтобы попой были, они, короче, к сугробу к этому, примерно вот тут вот. Все, дальше не отходить. А их кто-то хилить будет один, да? А Поклонский, иди сюда, ты танчишь тут. И вы по два моба, по две кошки на себя разберете. И будем играть в кошек. Все четыре кошки зальем. Будем сливать. Все четыре кошки зальем, и потом переключимся в босс. Смотрите, ретрики с пула. Не подходите, бьете босса. Треню у вас проку и переключайтесь в кошек. Все кошек бьем точечно, ребята. Постоянно за агро следите. Мирики массы не бить, только точечно. Потом у них процентов 30-40 останется у кошек. Ну ладно, 50. Тогда уже можно будет массы заливать. Вот там звездопад дают и так далее. С пула просто сыграем точечно в кошек. Теперь варенька антифир на войда. Так, у нас сейчас Макгрегор и Поклонская. Так. Че еще не рассказал? У кого этот тотем трепета? У Элима или у Коли есть? Я уже забыл. Всех есть. Поставьте Басап или кто-то. Ну, в особо там в патике. Ну, профитнее. Да все ставят, они на пати действуют только. Да, ну все по пати так раскидать. Я сейчас раскидаю шаманов в пати. Так примерно. Каждый шаман ты там трепет оставит и все, и... Главное каз сбить. Ну а свара есть? К сожалению, нет. Не, вара нет. Да вара там нет. Энка, по сути, должен сбить все. Чекаю на пул. Все стоим в метке, ребята. По команде даем АУЕ. По моей команде уходим из-под босса. Как кошек зальем, все в метку танки подходите. И вы будете дикого защитника таунтами играть, короче, играться с ним. Давайте, кстати, все тут. Давай лагри босса и начинаем. Ты босс.
кошек. Потихоньку бьем. Точечно только. Только точечно. Далеко увел. Во-во-во. Эти кошек. Ты за запад? Или одну кошку таргет смелили, чтобы агро не сорвать. Бейте, бейте. Бейте кошек. Кстати, их. Кстати, наверх танки и в метку. И в метку. Бьем босса. Все тут в меточке. Танки примерно там под боссом. Два тика сбиваем. Все, молодцы. Давайте под босса в метку. И стояли туда и идем. Давайте сейчас ОВЕ под босс. Танки доливаем. И по моей команде побежим туда, к лестницам, откуда пришли. Только танки останутся тут в метке. Готовьтесь, сейчас побежим. Сейчас побежим, готовьтесь. Давайте. Вот, готовьтесь. Давайте побежали отсюда. Уходим, уходим, уходим. И танки, а кайтите его. Агрите. Бегайте от него. Считал он, давай. И бейте, и бейте. Бейте дикого защитника. Бейте его. Молодцы, давайте сейчас в метку дикого заливайте и в метку пойдем. Босс. АОЕ, давайте, стражи. Под босса туда, под синюю меточку. Во. Иди сюда, идите сюда. Славик, давай, рядом с лужей стой. Да-да-да, все в квадрат, луж... танки рядом с лужей стойте, оттуда защитник появится. Подведи, Славик, подведи сюда поближе. Все, все в метку, танки рядом с черной лужей. Выйдет дикий, первый агрит Макгрегор. Защитника, защитника. Включились. Ай-яй-яй, блядь, некому, да? Угу. Может на вара кто-то зайти? Да, можно. Не столько вар, как бы, я не знаю, почему так. Ну, валик. Я сейчас зайду. Ты где? Махи могли, антимаги. Или маг мог глыбу прожать там, да, оказывается. Ну, мы такого не умеем. Чё ж, блядь, не ПВПшные пацаны. Блядь, был бы я магом, я бы так выебывался, я отключаю просто. Просто, блядь, глыба, нахрен. Антимагия, блядь, войд топ. Сука, вы представляете? Ну прожал, но вот снять ее тоже надо как-то, да? Реал Прайд, по-моему, нежить. Он просто там антифирную эту рассылую свою хуйню использует. Mm-hmm. Избивает каст в соло. Как там говорится? Подходим? Песенка такая есть. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам, там в начале как по лестницам спускаетесь, по правую сторону орк есть. Кружочек на него повесил, там починка. Дружественный НПЦ, на него можно чиниться. Портал, обвалившаяся галерея. И направо вниз спускаемся. Пары возьми руку. Беги чати. Все точно так же варенька на Вайда антифир. Хотя да, там уже бар все собьет. Он все собьет косты. Так, с маленького не хватает бам начинать. Тут пока не бахайте, подожди. Да уж. Рыбка есть у кого? Поставьте, пожалуйста. Могу дать кому-то поставить. Поставьте. Пушите, хильтесь, бафайте. Будем начинать. Минутку нужно отойти срочно. Что, давай. Сейчас как раз босс, наверное, подойдет. Будем начинать. Все, готовность. Сходите, танки. Все точно так же дела.
Она сейчас все новое будет, все точно так же, как сейчас было. Первый защитник появляется с луча, второй появляется уже из лужи. Танки, подходите. Давайте без ретри начнем. Агрить. И также в кошек играем. Пока в босс. Пока в босс. Давайте в трэш. Переключайтесь. Эти трэш. Давайте босса там доты доедят. Все не подрачит. Сейчас будет касса, 3 секунды, готовьтесь. Меточку обратно после страха. Хотел я под босс. Сейчас луч ждем, так и налево побежим. Готовьтесь. Готовьтесь. Вот теперь побежали, уходим. И теперь танки агрить его. Иди все дикого. Маги, соло, ШП. Все, давайте из лужи выходим. Танки рядом с черной лужей. Ой, я туда, под черную лужу, дайте. Кики рядом с черной лужей, босса тоже рядом с черной лужей. А все остальные в синюю меточку. А от меня. Ко мне идите. Нави антифировано. Макгрегору дай. Макгрегор. Ничего, если уже вылез. Ах, зе. Я вам вылез с трупа первого, как Райка говорила. По ней изложу. Так он из трупа и вылез, а труп в лужу бежит. Нет, он вылез с трупа того защитника, которого мы убили на первом трае. Первый трай, который был. Надо бить и босса, кстати, в метки. В метку все подойдите. Каст, камон. А, нет, рано. Тут касса надо будет бить. Давайте, босс. Кто в босса играет? Подраться. Интересно, мы побежали по катраше, зачищаем. В итоге два мага сбивали каст. Да. Три раза сбили. Ну, я не знал на первом трае, сорян. Я бы все сделал. А ты его сап, что, они тебя что, опередили, что ли, или ты что? Ну да, я прожимал антифир уже, когда получал фир, и потом уже сбивали. А, так надо долго. Я таймингов не знаю, но я понял. Я уже понял. Двигайтесь все строго за квадратиком. Тут сугробы. Желательно не агрить. Был давно и не помню. Сейчас по правую сторону оббегаем. Тут сугробик вон в воротах лежит. Да, да, Макгрегор там, спекайся. Где? И сзади трэш. Помогите долить. Встаньте на сугроб танки и заливаем массой туда. Играйте, пока следующий трэш не надо. Тут вот слева сугроб, по-моему, не работает. Угу. Это меня. Аккуратно сыграйте, вот сюда введите к сугробику этого большого моба, слайд, веди его.
Туда никто не идет, потому что там сугробов много. Бейте все отсюда. Вон скиты мелкого. Большого. Как банана, залей, Винер, Хойвер. По-моему. Окей. Давайте заметочкой. Там у сугробов очень большое АОЕ. Рядом пробегаете, агрите, получаете ГП. Этот трэш дольем и побежим слева. Красота среди бегущих, первых нет, отстающих. Тимокрейдер. Смотрите, ребята, на этом боссе очень важно будет вовремя диспелить основу. Не буду напоминать, что не запускайте пока ивент, не надо, кто-то глыбы случайно к этому сагрит. Не буду напоминать, что друиды меняют форму, там обычно форснова маговская кидается. Кресты диспелят, паладины ретрики, танки диспелят. Ну и хилы помогают. Шаманы там, кресты, варенька, если можешь по фреймам сориентируешься. Главное быстро форснову диспелить. Все, тут две метки маленькая, большая, из каждых меток выбегать. Положительные бафы, луч с неба, волшебный огонь и костер получаем. Чего? Смотрите, будет большая метка сугроб. Пока по моей команде выбежим, далеко не отбегайте от сугроба, от этого большого. Вот, по моей команде выбежим и потом забежим примерно на середине каста, я скажу. В сугробе, ребята, не надо стоять. Вы забежали на большой сугроб, и вы там тоже двигаетесь из стороны в сторону. Иначе да на вас там креста. Сейчас шаг присмотрите еще. Шана, ну и Deadminded. Ты врага? Приз. Никита. На этого тактика... Ой, на этого босса тактику знаешь? На месте не стоишь, там двигаешься. Все, давайте последний чек и будем начинать. По бафам смотрите, кому еще не хватает. Все, все КДО, давайте банана вас слева, я справа, звездопад еще даем. Побежали, побежали, агрить. Знаю, ребята, все склепы надо разбить. Дебаф, если вы получаете, значит, надо двигаться. Но у вас дебаф это очень плохо. Так. Как за гроз следите, ребята, очень элементарно срывать. 60% набили и стопнули. Сейчас будет большая метка, надо будет отбежать недалеко. Большая метка, отбежали недалеко. Встали с ним, ждем. Вот теперь забежали, и там двигаемся. Сейчас скоро будет фростнова, надо будет диспелить. Заливаем овери. Снова. Диспели, мы двигаемся. Эти вспышки разбить. Сыграть. Три метки выбежали, выбегаем недалеко. Теперь забежали, и там двигаемся стороны в сторону. В каком дебаф тут просто двигается, ничего не делаем. Склепы-то разбивайте. Склепы. Ничего. По-моему, просто скоро будет.
заходите, босс. Давайте, выбежали из больших, выбежали. Вот теперь забегаем. И зимот еще слепит. Забегаем. Давайте пока тражи зачистим. А, сейчас. Лут разролю. Я не помню, на кошатнице. Я не помню, на кошатнице там лут был или нет. Я тоже не помню. Был какой-то, но. Третий осколок уже. Лице. Рольте дробяшку. Если что-то Волонир сегодня сделаешь, да? Сколько у него там осколков? Сколько осколков? Сегодня Волонир запилит, да? 13, ну это заебись. Сколько всего надо? 30. Танк есть, второй танк. Подожди, Славик, не агри там, а то повайпайтесь. Рольте разбойник, ДК, маг, друид, покорителя. Блять, так, бананово. Бананово, я один, не давайте ему. Он не умеет играть. Опять. Такой же Рольте. Чем такой же? Че, второй танк пришел, не? Да, давай. И башим в кашу. Колечко Рольте. С меткостью на РДД. Сейчас схожу, до кошатницы посмотрю. А вот он, напомню. У кого из тех, кто в рейде посланник собран? Ну, кроме Вайда, там кролики. У меня кролики. На наваре протовары, курик собран. Да, на хпл есть в лоу. На посланника надо попасть. Давайте, ребята, с кошатницы рольте ступни. Хпл-ски. Кому нужны? Грудь на повара, по-моему. И проспала. О. Банановая, ты шмат не удалял? Не. У меня хил. 5 ступней кому нужны? Что дать? Полоски. Интерол. Спадал. Сверху собраться у посланника. Давайте сверху кому надо. У меня ШП, ДЦ, РДО есть на посланника. Я САУ почти доделал. Там в хамах ходили каждый, когда на посланник. Неплохо. Я в принципе люблю посланника делать, прикольный бой. Че, пойдемте сейчас Фрейю под ростом зальем, а пока на Тори мы идем, у нас рост подержится. Я думал на посланника. Пойдемте, пойдемте на Фрейю зальем, а я сейчас под ростом. Потом сюда вернемся. Слышишь, на Тори не ХМ сделаем, а то надо кольцо там, блять, с ХМ режима. У вас шмотка, блять, надо ФБ. У нас люди все, надо фулл рейд, плюс хилы четкие. Тройки, может, без статей сделаем. Лейзи. Надо брать кого-нибудь. Что не сделать? Нужен. Ну там просто... Да нет, я не против сделать. Надо брать народа еще. Там же просто ваншотать будет. Чтобы мага хватило. Так, кружочек вытягиваем, протопал, остальных танчишь. Кружочек берем. И пожарника надо. Этих мелких Макса заливать. Пожарник, изи. По сути, все его тут делали. Он багается. Бейте кружочек. Он вроде его дупли свой. Там,
это я написал, чтобы другие плюсовали. Куча не стоим. Дэдмайнд, Атон, Левуди, Хойвер, Мэджик, Ралика. Куча не стоит. Маги. Пост пройдет, там трэш. Далее. Будем начинать. Славик на боссе, Поклонска на трэше, который, если мало ли, левый вылезет. Цветки там и так далее. Но на цветки, по-моему, там не работают. Элементали эти. Дерево большое, если вылезет, тоже на Поклонске ты дерево танчишь. Славик, дальше Блэк Зомби, Макгрегор. Смотрите, Дары Анара вылазит, вы хваткой притягиваете его в рейд под меликов. Кружочек бейте. Точно. Смотрите, там боссы, танк близко очень стоит. Зовите пэтов, сейчас буду сагрить. Просто сагрить ее. Бей, шипа, не бей. Подождите, сейчас сюда придет он сам. Сичеку на готовность. Блэк Зомби, ты тут? Да, захожу. Не, я вижу. Последний чек. Будем начинать. Хант есть, нету ханта, надо яды мазать. Валера, намажь яды. Прямо сейчас. Аккуратнее сейчас, кто что распыляет, не пылите. Осторожно, приливы, только не пылите. Давай, Славик, кагри и веди его сюда. Тут на полянке будем бить. На полянке собрались, а на пикник. Блядь, иди сюда. Давайте, Рост. Блять, тварь, выйди сюда. Смотри, что делает. Грибы, под грибы, ребят. Под грибы. Милики в танк. Забирай поклонское большое дерево и под грибами стой. Грибы в воде, блядь. Прикинь. Где еще грибы? Давайте, давайте. Уходим под грибы. Стоп-ка, стоп-ка. Под грибы. И давайте доливать босс. Не умри. Маги, глыбу. Все, молодцы. Дайте мне силы. Вот смотри, сундук появился. Идите сейчас муторима. Поставьте плюс, кто в комнату пойдет. Червя пока не трогайте, весь остальной трэш заливайте. Сейчас лут раздам. Алхимика рольте. Ларь, только алхимики. Дисконуло что-то. Тут Вуди победил. Давайте рецепт. Рольте все, наверное, думаю, да? Тут все друзья. Продажечку. Ралька лица. Давайте посох. Плохой такой на аэродру, по-моему. Надо, короче, хм на Торине, блядь. У вас шмотка. Покоритель. Потом у нас Рок, ДК, Макдуид. Следующий токен паладин, жрец, чернокнижник. Брать кому надо. Так, шея на танка, 239. Неплохая такая. ФПП, по-моему, идет. И самая вкусная сверка. Так, желающих в комнату плюсуйте.
комнате не страшно, кто не был. Можете идти посмотреть. Ставить плюс. Давай, Славик, ты в комнату. Поклонская, ты остаешься с нами. Слава, в комнате я тебе метку поставлю, ты там покомандуешь. Сторожила, смотри, двигаешься за меткой. Там будет голем такой большой в конце комнаты, а перед ним 6 моблок. Этот голем, короче, ваншотает, он пламя какое-то испускает, неважно. Вот тебе нужно от этого пламени просто убегать влево либо вправо. Я метку поставлю, кружочек будете за кружочком двигаться. Слава, там покомандуешь влево, вправо. Варенька, если что, или рассад. Так. Те, кто плюсы поставил в комнату, где... И один хил туда с ними в комнату. И Ваня, похилишь там? Да, сейчас пятницу. Так, все, крестик поставил, его не трогайте пока. Дедмайндед, у тебя есть хил? А что делать будем, слышишь? Без прикусов хила. Будем делать, наверное, обычный. Я печаль. Так. А, у нас же. У нас же еще черный лимон, по-моему, хилит. Может, у тебя есть спять ПВЕ? А, так она и так в Рошаме, отлично. А я не знал. Так, в общем, смотрите, Варенька в комнате. Я тебе иннер залил. Черный лимон, Трисия, Хойвер. Остаетесь тут на арене. Так, сейчас подумал. Ждать, хоть бессмертие сделаем против РДшки, одни там милики плюс рассосутся, да и все. Сейчас смотрите, киньте овцу на этого на крестик. И теперь, вот все, представьте, что в центре босс стоит синий квадратик. Все от меня наберите рейндж 10 метров. Мы как раньше с рука убивали, помните? Надо было обязательно рейндж держать. И три танка под меня идите и треугольником вставайте. Сейчас бессмертие сделаем. Так, милики стоят под боссом. Нет, милики пока не стоят. Сейчас я посмотрю примерно на рейд. Макгрегор тут, Славик, давай примерно сюда иди. Чуть 10 вот, или сколько один больше? Чё именно? Вот 10 рейндж или сколько, 12? Да, десятки хватит, вас не ваншотнет. Все, и ребята, смотрите, если рядом с вами человек стоит, а вам рейндж позволяет босса бить, то вы отойдите от него. Молнию будем просто игнорить. Вот запомните все свои места. Как сейчас стоим, так и будем босса бить. Все, тут ничего сложного нет. Танки треугольником стоят во внутреннем кружочке. Все, остальное все на рейндж. Давайте Серегу присуманим и будем начинать. Ой, Мэг, слышал, в прошлый раз в рейде были, он вот этот свой каст, после которого он на тебя должен дебаф какой-то накинуть. Вот он делал это, но он дебаф на тебя не... Короче, смотрите, танки еще будете меняться по дебафу. Слава, танчишь первый, потом Макгрегор подхватываешь ты, потом Поклонская. Дебаф называется дисбалансирующий удар. Просто бывает такое, что он типа когда вешает его... Я не знаю, как это получается, что будто он сразу критует, типа. Ну или хер знает, такого не должно быть, мне кажется. После удара этого просто... Давайте, моба сливайте. И подходите к комнате. Кто подходит там? В комнатке. Серега, сходи в комнату с ними, Хилика. Надо. Все, давайте, сейчас все, кто остается тут на арене, в синий квадратик, а танки остаетесь вне рейда. У нас приоритет на арене защитник. Постоянно глазами защитника ищите. Сразу не вливайтесь в него. Ряд, твой первый стан будет защитника. Славик, ты там команду как перебегать не будет. Deadmind, можешь моба сейчас законтролить завоевателя? Аж кинем его, попробую этот контроль. Бейте его, не бейте. Влево, контроль, будете влево. Бейте. Влево, перейдите влево. Туда в комнате. Вы, блядь, сейчас сдохнете. Ну, заливайте этот трэш на арене. Славик, ты там говори или Ваня, говорите. Да, вот защитник. Защитника убейте. Его обязательно прорейда надо убить. Право, все. Слышно, не? Да, слышно. Все, давайте. Бейте завоевать. Клонского, у тебя есть там точечный? Бейте. Су, Deadmind, пусть за контроль того, который там 10 скорости дает. Deadmind, выноси на панели контроль над разумом.
и будешь завоевателя следующего контролить. Готово. Давай, контролю. Их защитник в рейде. Отведи его подальше. Все, отлично. Отойдите от него, ребята, подальше отойдите. Сейчас вихрь крутанет. Щитник убивайте. Этот весь трэш массой можете залить. Не-не, вот этот весь трэш заливайте. Не, молнию не делаем, просто стоим на месте. Как рассосались до трая босса, как встали, и все. Да, на рейнджу вставай, но молнию не делаем, от нее не отбегаем. Мы делаем просто бессмертный. Защитник поставил. Где защитник, ребят, прямо сейчас. Точечно. Ради защитника доливаем. И этот массы. Постоим, да, наверху, ХМ не запускаем. Да-да-да, конечно, ХМ не запускаем, это очень критично. Милики комбить босса или стоять где-то в стороне? Нет, милики просто в стороне стойте. Так так-то там все могут спрыгнуть к вам на помощь один остальной. Ты доливайте этот трэш, ребята, доливайте. Только давай не как в прошлый раз. Да я постою тут. Ты остаешься, Слава? Да. Защитник. Защитник. Пока еще 15 секунд ждем, еще трэш. Вот этот зальем, еще один подождем и начнем. Тебе эти защитники, ребят. Приоритет защитник. Сейчас следующий трэш вылезет и будем начинать. Жук, слайд. Так, этого завоевателя бейте, у нас моб уже законтрольный есть. Давай, Славик, агри. Агри срочно. Расходимся на рейндж, ребята, расходимся. Забирай. Так, Гера, 5 секунд. Сильно не врывайтесь. Расходитесь на рейндж, ребят. Рядом с синим квадратиком много очень пространства. Не стойте там. Лики из центра вообще ушли. Давай, рост. Стойте, бейте. Кто там следующий танк забираете? Там дебаф на Макгрегоре. Да, да, Славик, танч. Вы меняете танки по дебаф. Я сейчас заберу. Главное, чтобы рейндж соблюдался. И все, и стойте, бейте, босс. Следующий танк. Брестал. Что там, граф у тебя был? Верную. Давай. И тут так мелико, не захиливать его. Забирай. Поклонска, забирай. Я дал лапу, там приставав накиньте. Все, подходите сейчас по моей команде. Вот после молнии. Подождите, не бейте босса. Стопайте, урон. Сейчас после молнии подойдем в центр все. Поближе подходите, кто ачивку хочет. Все, и доливайте босс. Да, пусть он мобом подойдет в центр. Все. Видишь, его так же ваншот, но вот этот дисбалансирующий. Он типа не повешался, а вот сам типа, блин, то ли гританул, то ли че, ну это хуй. Что надо, чтобы Конский просто танчил или, ну, протопаладин любой, чтобы танчил? Да, следующий. Протопала, надо и три, блядь. Сколок. Чешуя. Чарка. Охуевший лук. Самого сладкого начнем. Сколока, да? Самого сладкого, блядь. Всякой третий осколок за сегодня. Пройте чарку. Драгман рейд хочет. Заберем его. Кто у нас кратко, да? Я на тебе перемещаешь. Принял это РДДшную роль.